Ну что, всех привет и прямо просмотров. Продолжаем определить даже до рассвета. И мы начинаем с этого момента. Охуеть просто. А я не думаю, что они с этого момента сохранятся. А черт, что еще? Откройте, откройте! Открывай скорей! Запри дверь, боже, запри дверь! Эм, ты цела? Я думала, не добегу. Ты орала, как резаная. Эм, ты цела? У тебя лица нет. Там было что-то. Где Мэтт? Давай, садись, садись. Там что-то. Мы разделились? Там монстр, монстр! Стой, стой. Давай про монстра спросим. Какой еще монстр? Я говорю, там что-то есть. В смысле? Эш, успокойся, это Джош, это все Джош. Нет, 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 послушайте. Мы связали его, бояться нечего. Нет, он гнался за мной, это не человек. Постой. Стоп, Эм, а где Мэтт? Что с ним? Мэтт, о боже, там фуникулер не работал. Тогда мы полезли на пожарную вышку, а потом она взяла и рухнула. И мы оказались в шахте очень глубоко, в этой жуткой темной шахте. Подожди, подожди. И вот, и тогда мы с Мэттом были внизу, и... Господи, мне кажется, он погиб. Что-что? Как? Эмили, что случилось? Я шла под землей в шахте, там было темно, и лежали всякие вещи, и на них голова Бет. Стоп, что? Я нашла голову Господи. Бет. Господи. Ни хрена себе! Это серьезно? Да, я серьезно. Они могли упасть в шахту. Нифига себе. Но самое ужасное в том, что Ханна... Она, похоже, погибла не сразу. Что? В каком смысле? Мне кажется, она тогда не разбилась. И потом медленно умирала в шахте, без еды и воды, пока ее все искали. О, боже. Кошмар. Слушайте, там на вышке был передатчик, и я смогла выйти на связь, но потом вышка тут же рухнула. Эм, ты вернулась? О, Господи, Майк. А где Мэтт? Мы пока не знаем. И еще какой-то монстр, который гнался за ней. Она не в себе просто. Эмили. Эм? Опа. Это еще кто? Джош. Джесс? Это не Джесс. Извини, но кто там? Не знаю, надо проверить. Я с тобой. Хорошо. Здесь я на той серии остановился. Ну, мы тут чуть по-другому пообщались, но это не особо важно. Я думаю. Так. Ладно. Открываю дверь. Готов? Готов? Да открывай, наконец, пока наш гость не ушел. Или дай пистолет и открой сам. Нет, нет, нет. Так будет лучше. Ты открывай, а я прикрою. Да не бейте мозги, бля, ёпты мой, пиздец. Чёрт! Чёрт, нихуя он выбил. Не с места! А ну-ка, стой. Стоять. Какого? Старик, полегче. Так, давайте успокоимся. Идите-ка все вон туда. Идите и послушайте, что я вам скажу. Я пришел рассказать, что ждет вас на этой горе. Не надо было вам возвращаться. Особенно после того, что было в прошлом году. Вы про Ханну и Бет? Да, откуда? Разве ты их видел? Вы их убили. Полегче на поворотах. Мне, знаете ли, совсем не нравится, что вы явились тут на мою гору. Твою гору? Ха. Вот Вашингтона удивятся, когда услышат. Ну, гора это не моя, ты прав. Но и Вашингтона здесь не хозяева. Эта гора... принадлежит Виндиго. Кому? Что он несет? Какое нахрен Виндиго? Послушаем его. Как будто есть выбор. Я повторять не собираюсь. Мне не важно, верите вы мне или нет. Но я должен снять с себя этот груз. Вот, я же говорил, он преступник. Сто пудов. Шш, тихо, Майк. Страшное проклятие. Лежит на этих горах. И как только в этом лесу появляются людоеды, дух Виндиго выходит на свободу. О, черт.
Вам нужно где-то спрятаться. Может быть, в подвале? Хорошо. Тогда все спускайтесь туда и ждите. Чего? Зачем? Долго? До рассвета. Ребята, я бросил Джоша, когда услышал Эмили. Где ты его оставил? В сарае. Твоего друга уже не спасти. Нет, не может быть. Мы только что были с ним. На этой горе все происходит быстро. Нет, я пойду за ним. Не ходи туда, Крис. Я его лучший друг, и я его подвел. Нет, это он тебя подвел, и всех нас тоже. Плевать, я иду за ним. Ну, тогда я с тобой. Мне не нужна помощь. Иди одному. Самоубийство. Ладно. Остальные, идите в подвал. Прячьтесь скорее. И не вздумайте выйти, пока мы не вернемся. Сдается мне, ты не понимаешь, на что мы идем. Ну, лично я иду за Джошем. Нет, я иду за Джошем. А ты мне помогаешь. Надеюсь, это понятно? Да, понятно. Без проблем. Иди за мной и делай так, как я скажу. Вот этой стороной направляешь на цель. Спасибо, я умею стрелять. Нет, не умеешь. Что? Откуда знаешь? Поверь мне, знаю. Крис, береги себя. Поживее, сынок. Я скоро вернусь. Вот ты эксперт по этим монстрам. Скажи мне, что я должен про них знать? Будь осторожен и делай, как я. Ну, сколько раз нужно выстрелить из ружья, чтобы их убить? Тебе придется долго стрелять. То есть так их вообще не убьешь? Нет, но это их задержит. Тогда как их убить? Они боятся огня. Я тоже боюсь огня. Если надо, их можно убить огнем. Зипса. Их кожа прочная, как броня, пока ты ее не поджаришь. Ужас какой. Как ведут себя эти монстры? Они непредсказуемые или можно как-то понять, что у них на уме? Есть у них свои повадки, как у животных или у людей. Какие? У них типа распорядок? Они охотятся ночью. А? Почему? Я не спрашивал. Есть какие-то средства от Вендиго? Например, намазаться чесноком, чтобы тебя не почуяли. Так точно почуяли. Ну, хоть что-нибудь есть? Они не видят тебя, пока стоишь на месте. Но они как жабы. Могут различить только движущиеся предметы. Значит, пока я не двигаюсь, я типа не видел. Ну, я не советую проверять на себе. Только если совсем не будет выбора. Черт! Как будто он знает, куда идти надо, что ли? А эти... Вендиго. Раньше вроде как были людьми. Может, в них осталось что-то... Опа-на! Что с ним случилось? Его нет! Мы опоздали! Тихо! Надо уходить! Сейчас! Надо найти Джоша, может он здесь! Сначала Вендиго тебя обездвижит. Потом сдерет живьем кожу
с твоего тела по кусочку. А потом на твоих глазах будет пожирать внутренние органы один за другим. Тогда пошли в дом. Идем. Он может быть близко. Стой! Не двигайся. Очень тихо. Блять. Беги! Давай, живо, живо! Твою мать! Какого хрена? Назад! Охренеть! Мы тут прямо на виду. Надо убираться отсюда! О, господи, господи, господи! Все, готов он нам. Нихуя себе, он, блядь, быстро сдался. О, черт. Как пацан его не было, все заебись было. На! Есть, готово. Ну, давай, стреляй в него нахуй. Черт! Там бочка рядом есть еще, блядь. Эш! Эш! Слава богу! Скорее пусти меня! Крис! Что произошло? Надо уходить! Эта тварь прямо за мной! Беги, 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 беги! Его утащило, блядь. И его. Она сразу двоих взяла, да? Ребята, слава богу. Почему так долго? Все пошло не так. Это мягко говоря. Крис, а мужик тот куда делся? Он... Его убили? О, нет. Что случилось? Тот монстр разорвал его. У меня на глазах. А интересно, он жив бы остался, если я бы не двинулся бы? Так, еще дверь есть? Нет. Точно? Что ты ищешь? Другой выход. Майк, пожалуйста, не надо ничего искать. Будет лучше остаться здесь до рассвета. Здесь хотя бы безопасно. О, да? Предлагаешь нам дождаться, пока этот монстр вломится сюда и сожрет нас на завтрак? За нами придут. Утром. Ты уверена? Так оно и будет, правда, Эм? Ну, да, наверное. Как хотите. Я пошел. Майк, слушай, ключа от фуникулера нет. Джош. Его забрал Джош. Джош? Еще одна шуточка. Класс. Если этот монстр утащил Джоша, то... все, нам крышка. Не знаю, Майк, может быть. Что может быть? Может, он забрал Джоша в шахту? Что? Я видела там внизу ужасные вещи. По-моему, этот монстр там живет и... Эм, что? Хрен с ним. Я достану ключ прямо из логова этой твари, а потом мы свалим отсюда. Что это такое, Эм? Сумка того мужика. Там карта? Он ко всему подготовился. Не совсем. Что это за место? Охренеть. Что? В чем дело? Я был там. Это жуть. Вот там? В шахте был обвал типа в 50-х. Шахтеры остались внутри. Господи. Кое-кто выжил, но 15 человек погибло. И был какой-то репортер, который вроде как узнал какую-то страшную тайну. Я нашел чертежи. Руководство знало, что шахта обрушится, но ее не закрыли. И не знаю, что это значит, но я нашел там стул. И на нем была запекшаяся кровь, как будто кого-то пытали. Майкл, давай лучше подумаем, как нам убраться нахрен с этой долбанной горы. Просто это странно. Везде чертовщина какая-то. Как-то странно, что есть тоннель между домом и лечебницей, ведь правда?
Я по нему и шел. Я видела это внизу. Думаю, там он живет. Эм, что это? А? Что? Что это? Эш. Эм, господи, боже мой, только не да это, какой ничего, ужас, ну, подумаешь, укус. Укус? А чей укус? Ну, это... Вендиго. Что? Ну, правда, это ничего, просто царапина. Болит? Черт. Уже совсем не болит, честно. Да все нормально. Эм, если он тебя укусил... Я знаю, что вы думаете, это ерунда. Да ну? Да. Эмили, дай нам посмотреть. Эмили, если тебя укусили, ты можешь превратиться в такого же монстра. Да, это просто смешно. Он же сказал это от того, что они друг друга ели. Ты слышала? Он это имел в виду? Да. Раз он тебя укусил, ты тоже станешь Вендиго и захочешь убить нас. О, господи, что теперь делать-то? Ты должна уйти. Что? Майк! Уходи. Ты издеваешься? Эмили, ты теперь опасна. Ты офигел, что ли? Послушай. Ты не можешь остаться здесь. Майк, остынь, хорошо? Откуда нам точно знать? Может, это просто укус? Я видел, на что они способны. И с меня хватит. Вы что, ребята, вы совсем? Вот дверь. Я даю тебе уйти добровольно. Нет, ты просто отправляешь меня на смерть, но хочешь остаться чистеньким. Ты знаешь, что Вендиго тут же меня разорвет, как разорвал того. Да уйди ты, наконец, слышишь? Ты, уйди отсюда! Эй, ладно. Эй, Майк, остынь. Ты стрелять будешь? Майк, в меня? Ты слишком опасна, Эмили. Стой. Мы все в опасности, пока ты здесь. Нет. Мы все... Нет, нет, не надо! Мне очень жаль. Опа, Джессика сбежает. Нет, я не могу. Господи, ты правильно сделал. Ну, надеюсь. Не знаю. Посмотрим. Блин, чёрт! Следите за ней. Если хоть что-то пойдет не так, что делать знаете? Да. Ждите здесь. Ясно? Выходить нельзя. Я скоро вернусь. А пушку ты нахуя ты оставил? Я думала, он сумеет нам помочь. Кто, тот дядька? Теперь нам конец. Нет, это значит, что нельзя раскисать. Мы и сами справимся. Я не уверена. Ну это все рассказывается про него. Это она за про нее все узнает? Тут сказано, что поскольку Вендиго мутирует из людей, они научились отлично подражать людям, чтобы подманивать свою жертву. Все? Нет, нет, нет. Что? Нет. Что там написано? Написано... Укусы... Если тебя укусят, это не заразно. Типа, ничего страшного. Ну ты все, блядь, дай хотел убить ее. Дай посмотрю, что ты сказала. Эм, с тобой все нормально. Нормально? Укус не опасен. Майк чуть не убил меня, это нормально? Он не убил же. А эта сука только рада. Эм, не надо, она просто испугалась.
А я не испугалась? Прости, прости, Эмили. Я не знала, что может случиться. Хватит. Никто не знал. Слушай, хватит, даже не отмазывайся. Эмили, ну постарайся меня понять. А вот так тебе понятно, овца? Ух, ёпты мой. Прости меня. Ну, пожалуйста, прости меня. Чёрт. Нет, нет, нет. Пусти её. Куда пусти, интересно? Нам нужно к Майку. Срочно. А где дробовик он делал, блядь? Куда, интересно, дробовик он делал? Ну тут больше крипа, а не. Джошуа, ну, понятное дело, у тебя здесь. Ты меня не слушал. Это по твоей вине погибли люди. Даже не знаю, что хуже. Своими активными действиями обречь кого-то на гибель или позволить трагедии случиться. Потому что тебе лень было пошевелиться. Помочь другому. Помнишь год назад, а? Ты бросил сестер умирать. Пальцем не шевельнул. Тебя сковал страх за самого себя. И ты наплевал на истинную угрозу. Ты думаешь только о себе, Джош. Всегда только о себе. Твоя игра закончилась очень плохо. И твои друзья, как и твои сестры, тебя бросили. Ты один. Ты чувствуешь ледяное дыхание одиночества, да? За что ты так с ними? Джошуа, объясни, за что? О, ну разумеется. Они же были твои друзья, а ты обманул их. Заставил их пережить настоящий кошмар. Надеюсь, еще не поздно раскаяться, Джошуа. И что твои друзья, если они впрямь тебе друзья, могут спасти тебя от того, что будет похуже смерти. Короче, понятно, тут продолжение. Еще на глава. Ребята, слава богу. Почему так долго? Все пошло не так. Его нет. Мы опоздали. Шш, тихо. А он... Стой! Не двигайся. Твою мать! Какого... Что ты ищешь? Другой выход. Майк, слушай, ключа от фуникулера нет. Джош. Его забрал Джош. Что это такое? Может, он забрал Джоша в шахту? Я был там. Это жуть. В шахте был обвал типа в 50-х. Шахтеры остались внутри. Эм, что это? А? Ты слишком опасна, Эмили! Стой! Нет, я не могу. Господи. Нет. Ты правильно сделал. Следите за ней. Я скоро вернусь. Понятно, статус обновлен. Отчаяние. До 2 часа до рассвета. Ебать его, 2 часа до рассвета. Так, так, так. Заебца. Мы это сделали. Для чего мы это сделали, я не знаю. И снова мы сюда вернулись. Не, в этом, блин, серии у нас слишком много клипов будет. Как кино будем смотреть. А у нас меч есть. Мачете.
оставшийся. Так, что тут такое у нас валяется? Тотемы еще, которые у нас остались. Я тут много что тотем уже пропустил, тут уже. А, мы уже смотрели его, короче. Этих местах, где тотемы мы смотрели, они уже никчемные. А сколько у нас вообще тотемов? Сцен только под ней, да? Честность. Да, тотемом не густо. Честно скажу. Только новые. Клип из прошлого мы так не посмотрим нормально, да? Здесь я. Обалдеть. А чё обалдеть, я не понимаю. Волки. Актер здесь что рассказывал был. По звукам волки где-то здесь рядом есть. Погнали наверх, значит. А там в конце мы спрыгнем, да? Пушку возьмем. Бля, дробовик у него был. Дробовичок. Так, вот это берем, да? Это теперь огонь. Найти виллы и собрать толпу. Зипца, сказал. Годится. Я с той стороны все закрывает. А как вот он закрыл это? А, подожди. А на этой стороне тоже что-то есть, да? Во. Ладно. Это волк. Привет, дружище. Рад меня видеть, да? Привет. Я тебе очень рад. Ну ты хороший. Ладно, друг.
Пошли со мной. Ну, значит так. Я посмотрел на карту и знаю, куда идти. Вот здесь должен быть проход в шахту через психиатрическое отделение. Думаешь, найдем? Ты абсолютно прав. Молодец. Окей. Прямо на этой ноте мы остановимся, увидимся в следующей серии 3 прохождения. Всего удачи вам и пока.